Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня готовим нежный белоснежный салат невеста. Рецепт, как всегда, под видео. Сначала замариную лук, нарезая его мелким кубиком. Мне больше нравится красный, он кажется более нежным. Добавляю соль, сахар, уксус и заливаю кипятком. Перемешиваю и оставлю мариноваться, а пока приготовлю куриное филе. Мясо разрезаю вдоль пополам и немного отбиваю, чтобы оно получилось более мягким. А теперь добавлю пряности: соль, черный перец, орегано и карри. И растительное масло совсем чуть-чуть, очень удобно его нанести кисточкой и таким образом сделаю с двух сторон. Мясо буду жарить в пергаментной бумаге. Такой способ приготовления очень удобный, масло расходуется очень мало и при жарке не брызгает, а мясо будет сочным и нежным. На сухую и разогретую сковороду кладу мясо в пергаменте и жарю с двух сторон по 2 минуты. Сковородка осталась чистой, а мясо сочное и вкусное, и такое мясо можно пожарить не только для салата, но и для ужина. Лук уже готов, маринад надо слить. Мелко нарезаю китайскую капусту и приготовлю соус для заправки. В равной пропорции смешиваю сметану с майонезом, добавляю зелень, черный молотый перец и соль. Теперь собираю салат. Первый слой – это отваренный заранее картофель. Натираю его на крупной терке и смазываю соусом. Куриное филе нарезаю мелким кубиком и выкладываю сверху на картофель. Друзья, я с удовольствием буду вас баловать вкусными и простыми рецептами. Подписывайтесь и не пропускайте! На мясо идет слой маринованного лука. Желтки отделяю от белков и натираю на мелкой терке. Капусту надо немного помять, так она будет более сочная и нежная. И покрываю весь салат соусом. В этом салате достаточно только 2 слоя соуса. Нежность этому салату добавляет плавленый сыр. Натираю его на крупной терке. А чтобы сыр было удобнее натирать, я его заранее положила в морозильную камеру на полчаса. И последний белоснежный слой в салате – это белки, натертые на мелкой терке. Друзья, этот салат настолько вкусный и нежный, что оторваться невозможно, и он подходит на любой праздничный стол. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!